Криминальная хроника. По подозрению в перевозке наркотиков в особо крупном размере задержаны жители Атырауской области. Легковой автомобиль был остановлен патрулями на трассе Шымкент-Самара за нарушение правил дорожного движения. Для проверки подозрительной автомашины на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При досмотре в салоне были обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере. Трое подозреваемых взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.